Дорогие друзья, почему нужно прийти на митинг 8 декабря к посольству России в 17:30? Потому что мы должны четко и ясно сказать нашим российским властям, что мы требуем допуска на выборы Алексея Навального как единственного независимого кандидата. Без Навального эти выборы – фарс и операция прикрытия, в которой участвуют некоторые старые политики, некоторые молодые. Это все комедия, которая закончится очень плохо. Мы хотим участвовать в настоящем демократическом процессе, в выборе, в политическом процессе. Мы требуем допуска Навального на выборы. В противном случае мы готовы на активный бойкот.